Куда пойти учиться и с чем связать свою судьбу? Эти вопросы касаются всех учеников, которые готовятся шагнуть за порог школы. Помочь определиться с выбором дела жизни ребятам помогает Центр занятости. В рамках ежегодной акции «Служба занятости молодежи» выпускникам 9 и 11 классов рассказали секреты выбора профессии. Какие специальности сегодня востребованы на рынке труда, узнавала наша съемочная группа. Будущие выпускники пишут профориентационное тестирование, которое поможет вычислить наиболее подходящую для ученика сферу деятельности. Тест состоит из множества вопросов. Как говорят сами специалисты службы занятости, отвечать следует не раздумывая, поскольку именно первый вариант является самым верным, по сказанным сердцем. Поступаемость, в принципе, в городе довольно-таки большая. Я думаю, что наша заслуга здесь тоже есть, поэтому мы стараемся проводить все-таки... работать со школами, сотрудничать, проводить мероприятия, вот эти профориентационные. В конце детям выдаются списки, перечень профессий, которые им наиболее подходящие. Выбор профессии – это сложный и ответственный шаг для каждого школьника, ведь именно от него будет зависеть дальнейшая судьба. К счастью, ученица 11 класса Селиховской сельской школы Ольга Цейлер уже давно определилась с делом жизни. Я хочу стать учителем старших классов, учителем русского языка и литературы. Определилась с этим выбором я сама, так как, мне кажется, эта профессия очень перспективная и в плане в том, что учителей сейчас не хватает, и я всегда найду свою профессию, себя в деле. Я иду, конечно, не именно по профилю учитель, я иду как филолог. И это профиль достаточно очень большой для выбора своей будущей профессии. Это как и учитель, это как и издатель, это как и редактор, корректор и очень большой профиль направленности. После проведения тестирования для школьников был организован показ образовательных мультфильмов, в которых легким и доступным языком было рассказано о самых востребованных сегодня профессиях на рынке труда.